Богатырские забавы, музыкальные импровизации, модное дефиле и многое другое. Телеканал «Девятка ТВ» устроил настоящее масленичное гуляние в Юркин парке. Вместе с нашими гостями веселимся на разных абсолютно активностях. Разделили парк на несколько интересных площадок. Здесь находится у нас главная сцена. Замечательная маслица на велкам-зоне. Большой праздничный концерт в парк-холле «Муженоты». Множество разных мастер-классов, начиная от оригами, заканчивая кулинарными мастер-классами. Самых активных ждали призы от партнеров праздника. Спецзастройщика «Киров Спецмонтаж», компании «Уралхим» и компании «Намаш Орех». Эта весна для нас особенная. Мы обновились, мы расцвели, мы стали еще ярче, интереснее, жизнерадостнее. И решили встретить эту весну также грандиозно. Большой широкой масленицей в Юркин парке. Люди, ешьте вы блины, макайте вы сметану. Если мало вам блинов, из печи достану. Ну мы подошли к этому нестандартно. То есть традиционные масленичные забавы мы заменили современными подходами, современным конкурсом. Мы сделали таким образом, что на сцене оказались абсолютно все ведущие, которых вы могли видеть на телеэкране. Спасибо, Девятка ТВ!